Начать обучение на балерину теперь может любая актюбинская девочка от 3 до 13 лет. В новой школе Актюбе Балет жесткого отбора нет. А вот мечту о белой пачке, шпагате и высоких прыжках там осуществить помогут. Уже 200 детей изучают прекрасный мир балета с его требовательностью, сложностью и одновременно благородством и изяществом. Основательница балетной школы Актюбе Балет Айнура Илиусизова считает, что для того, чтобы стать балериной, нужно лишь большое желание. Мы принимаем без жесткого отбора. То есть есть дети, которые, допустим, в силу своей склонны к полноте. Мы в течение года проделали большой путь. Мы привлекали эндокринолога, который сажал этих детей на определенную диету, не на балетную диету. То есть мы не требуем, чтобы дети были тощими. Они должны быть нормальными. Сейчас вы видите, что у детей большая склонность к полноте за счет фастфудов. Мы стараемся, чтобы дети росли красивыми, стройными, с красивой осанкой и с большой любовью к искусству. С помощью 3 квалифицированных педагогов, преподающих в балетной школе, выпускников хореографических училищ, действующих артистов балета, юные балерины Актюбе открывали сказочный балет «Щелкунчик», солистами которого являются звезды Мариинского театра. Это очень приятно, что у нас такой совместный проект, и это замечательно, что у детей есть такая возможность поучаствовать в таком замечательном спектакле и поучаствовать с профессиональными артистами из Москвы, из Петербурга на одной сцене. Я считаю, это огромный опыт для детей и также, наверное, замечательные эмоции для родителей абсолютно. Миссия школы Актюбе Балет заключается не только в том, чтобы научить детей практическим танцевальным навыкам, но и расширить кругозор, укрепить физическую форму и привить любовь к высокому искусству. Амира Таутенова, Сергей Калашников, программа «Факт».